В тему вручения Кадыровым наград родственникам, как раз вспомнилось это видео, сделанное несколько месяцев назад. Посмотрите на этот смех и улыбки наместников оккупантов, возомнивших, что они являются хозяевами Чечни, которые могут делать все, что им захочется. Добросовестный труд во благо развития сельского хозяйства Чеченской Республики. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чеченской Республики» Кадыровой Зарган Ахматовне.